Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, подписчики! Сегодня в ролике речь пойдет об измерительном приборе. Каком из них? Много на столе их разных. Для чего? Давайте смотреть. Двухметровый уровень, чтобы классно посмотреть, измерить вертикали, горизонтали. Угольники всевозможные. Прямо какая-то коллекция у меня, да? Уровень есть вот такой вот маленький, простенький. Есть даже вот такой вот уровень интересный. Есть уровень, вот самый употребляемый, это вот такой. А вот это один из первых моих уровней. Это еще отец покупал. Смотрите, что это такое, а? Смотрите, уровень с футляром. Ничего себе, это важно. 2 рубля 70 копеек. Строятся дома, строятся новые квартиры. Хочется сделать все ровненько, идеально. Стены, потолки, обойки поклеить ровно. Так вот, ролик будет не об этих всех приборах. Ролик будет о другом приборе. Кому интересно, вот показываю такие данные. Посылка из Пекина. Перевозчик 139 экспресс. Кому? Бурда Геннадий. Так вот, сегодня в обзоре черный чемоданчик, черный ящик. Что же там? Вы можете оценить размерчик. Модельный коврик вам в помощь. А3. Моя ладонь тоже. Ой, нравится. Так, смотрим. Так. Так, а вот почему здесь пусто? Здесь что-то должно быть, а ничего нет. Да какая это интрига? Интриги никакой нет. Это лазер. Это знание я должен понести в люди, для того, чтобы все знали, что такое есть, что такое надо покупать. Этим надо пользоваться. Нельзя по старинке работать. 21 век. И везде, где нужно точно увидеть вертикаль, горизонталь. Смотрите, стол у меня как сделан по капельке. Вот видите? Посмотрите по этому уровню. Тоже, когда я мастерскую свою оборудовал, все эти уровни я применил. И вообще, как можно без инструмента жить? Вот как можно точно что-то сделать? Смотрите, целая моя коллекция железных линеечек, угольников. Вот этот вообще самый супер такой, самый классный. Этот похуже, этот для столярных работ нужен большой. У меня в коллекции даже есть такая вот советская линеечка, сохранилась для умных и смышленных детей. Смотрите, шпаргалка прямо на парту. Учитель спросил, а ты знаешь, что ответить. И, естественно, запоминаешь. Полезная штукенция была в свое время. Можете переписать, кому интересно. А китайские товарищи пусть сделают такие аналоги. Почему-то я не видел. Может быть, и есть. Зарядочка самая обыкновенная. 5 вольт 1 ампер. По качеству сделано вроде бы неплохо. Вот не просто наклейка, да? А такая вот гравировка получается. USB шнурочек. Так. И, собственно, сам уровень. Ух, предупреждение, что работаете с лазером. А почему в комплекте не идут очки? Видимо, они нужны, я думаю. Так. Так. Батарея. Я думал, обычные 18650. Нет.
Батарея специальная, но я думаю, что там именно есть внутри два элемента. Просто стоит плата заряда и плата защиты, видимо. Так, да, там даже звук такой вот присутствует. Дальше, можно ли ошибиться? Ошибиться с установкой нельзя. Есть вот эта направляющая, так что всегда вставите правильно. Защелкиваем, защелкиваем. И что делаем? Купили, приехал, надо зарядить. Заряжаю и включаю. Напряжение постепенно растет. Три вот таких куполка. В каждом куполке оптическая система, которая выдает три лазерных луча, зеленых лазерных луча, в трех плоскостях. И мы можем задать один луч, задать два, задать три. Вот это включатель-выключатель и блокировка оптической системы, чтобы она не болталась при перевозке. Вот так он выглядит интересно. Здесь у нас находится аккумулятор. Аккумулятор, кстати, был полностью разряжен. Пришлось его заряжать. Некоторые там в обзорах говорят, полтора часа. Нет, ребята, часов 8 я заряжал. Притом верхушка вот здесь вот сильно греется. Подключается идущий в комплекте блочок зарядки. И загорается красный светодиод. А по окончании зарядки загорается зеленый светодиод. На лазер не смотрите. Надо будет прикупить вот такие очки. И я думаю, почему же они не шли в комплекте? В принципе, вещь-то и не очень дорогая. Для зеленого лазера зеленые, для красного лазера красные. Я прикупил. Лазерный нивелир, лазерный уровень позволяет проверить некоторые вещи на правильность установки их. Посмотрите, пожалуйста. Видите? Крестик. Вот представьте этот столб, электрический столб, стоит с вот такими отклонениями, и правильно его посмотреть можно с помощью лазерного нивелира. В комплекте с лазерным нивелиром идет такое вот монтажное устройство, магнитики. Можно на какую-то металлическую поверхность, металлический лист. Разные резьбы под разные штативы. Все можно проверить с помощью лазерного нивелира. Заглянуть можно в любое подземелье. Сварок. Да, прикольная вещица. Ссылка на магазин будет в описании под роликом. Там же будет промокод на скидку. Так что кто решит купить, даже с выгодой это сделаете.
Сейчас работает один луч по горизонтали. Нажатием вот кнопочки сверху мы можем выбрать еще один луч по вертикали и еще один луч по вертикали. И последовательным нажатием убрали горизонтальный, убрали вертикальный, горизонтальный появился. И опять по кругу. Очень просто, очень удобно. Не забывайте одевать защитные зеленые очки. Берегите свои глаза. Вот так вот оптика там шевелится внутри. Отстраивается. Смотрите. Чудо, просто чудо-прибор. Система подвижная. Выключателем выключаем и сразу оптика фиксируется. Я чуть было не подумал, что памятник Петру завален налево. А теперь вот с помощью уровня убедился, что памятник стоит ровно. Замечательная вещь. Кто не собирается покупать, так я думаю, вам было интересно, что есть такие полезные приборы. И я сделал такой простенький обзор. Кто хочет получить более серьезную информацию, есть более подробные ролики на YouTube. Дежурная фраза. Понравился ролик, подписывайтесь. Дружно поддержите данный ролик лайками и своими комментариями. Спасибо за внимание.